Друзья, всем привет! Сегодня на канале Твой Игровой мы снова играем в настольную игру «Четыре хвоста». На этот раз мы играем вчетвером и по командам, так как это, как написано в правилах, и я тоже так считаю, самый лучший вариант для этой игры. Со мной сегодня играет Денис, Леша, тебя, кстати, там в кадре видно. И Ирина с нами сегодня играет, она пожелала остаться за кадром. Ну, вы ее все знаете, по крайней мере, знакомы с ее руками. Да, руки Ирины, руки Леши, Дениса и мои будут играть. В настольную игру «Четыре хвоста» мы играем по командам, то есть игроки, сидящие друг напротив друга, очки за их питонов суммируются. То есть мы играем с Ирой, и Леша играет с Денисом в одной команде. В конце игры мы посчитаем очки за... сложим, в общем, их очки, и побеждает тот, у кого будет больше в сумме на команду. Правила я вновь рассказывать не буду, вы можете всегда посмотреть мой обзор, наш летсплей с Настей на двоих. Сейчас мы будем только играть и... веселиться. И выигрывать, да, веселиться. Че, никто не против, если я начну. Начинай. Значит, этого я расщу, да? Да. Краски синего. Так, ну, начнем, в общем, вот так. Ага. Хорошее начало. Агрессивное начало, я понял. Хорошо, я запомнил. Карту взял? Так. Карту взял. Сами взял? Взял. Бинтиком? Можешь, да, этот сброс. Да, похоронил бы пока. Так, да, может как-то дальше. Ну не трожь, да, друзья. А я ничего еще. Сломали игру. Ну все. Карту засветил. Нафиг. Вот теперь ходи. Спасибо. Карту. Ты взяла? Я взяла. Так, ну это мы сразу вылечим. Нечего тут моего питона в колючке загонять. Кстати, я, наверное, вот сюда пойду. Почему бы и нет? Так. Все это? Да. Вот, спасибо, хорошо. Хорош. Угу. Надо что-то делать на самом-то деле. Расти. Я предлагаю тебе расти. Хорошо, хорошо. Хорошее начало. Посерьезно, да. На, тогда тебе. Так, так, так. Ну чё? Лечить надо. Лучше минус 3 бы снял. А, это минус 2. Ну давай тогда вот так, действительно. За какую команду я играю? Карту. Леша, давай. Так, карту возьми. Угу. Да ты им не подсказывай. Ну карту-то надо взять. Они и так нормально уже. Возьми карту. Нашпрехались. Возьми карту. Главная фраза. Главное, возьми карту, да. И вырасти самого длинного питона. При любых обстоятельствах бери карту. Выбирайся отсюда, друг. Там плохо. Так. Бегись. Так, так, так. Вот сюда. Расти. Угу. Расти большой, не будь лапшой. Так, так. Ну все ровненько, да. Чтоб лежало. Вообще. Перфекционист проснулся в тебе. Ладно. Хорош. Нет, ничего. Карту возьми. Так. Своих, блин, нету карт нормально. Сегодня Ира главный по картам. Картежница главная. Она будет, да, всем напоминать. Хорошо, спасибо. Вот это вообще главное. Так, мне, пожалуй, бинт забирай. Эх, блин, не успела. И бери. И взял. Это я люблю. Так, что бы нам с тобой сделать? Что бы нам с тобой сделать, как бы тебя... Вот так давай. Закольцовывать. Ха. Слабак. Ну, это мы еще посмотрим. Так, это мы все выйдем оттуда. Ну-ну. Ха-ха! У меня есть еще для тебя много сюрпризов. Ты что, могу вот это? Нет, ты что? Но новые отростки появляются тогда. А, нельзя. Сюда можно, да? Вот на этот? Не, да, не надо! Ты ему не можешь надо помочь тогда. А у тебя другие ходы есть? Если есть другие ходы, ну, ходи. Только им что-то строить. У меня ты можешь так сделать. Нету. А, ты просто там еще больше меня запутаешь. Я же уйду оттуда. Да? Нормально. Да, он хочет просто эту поменять и повернуть туда бинтом обычно. Строить только если им, и все. Просто строй, меня... ага, ну, нормально. Строй, строй, нормально, нормально, нормально. Строй. Я только за. Ну так понятно, да. И давай. Да, 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 сейчас. Что лучше, ну ладно. Нормально. Ну чё, выруливай, дядя Денис. Вариант.
Думаешь, это надолго? Карту возьми. Ну, по крайней мере. Ну, теперь ты пойдешь просто вот сюда. И чё? Ничего. Сынок. Давай, Лёха. Не переживай. Алёха. Алёха, алоха. А в детстве не можешь крест положить? Можно? Я тогда вот туда. Можно. Ну, да, я тогда туда уберу плохую карту, да? Ну и что? А ты по-любому, чтобы его вырулить? Ну, хотя он может здесь, конечно, бинт потом в дальнейшем. Да, просто мне это долго будет. Мне нужно у тебя будет его забрать. Не, клади, клади, нормально. Может, я лучше у них бинт заберу угловой, поменяю? Или давай, нет? Давай, есть вариант? Ну, я только ну смотри, он могу. Тебе не сможет вот эту заменить. Даже если вы в союзе давай играете. Давай тогда этот положу. Другому игроку его разворачивать. Да, не кидай, не кидай, нормально. Да, нормально. Карту возьми. Угу. Ден. Ден. Это кто? Ты. Я? Ходи. Ден. Пожалуйста. Это что же ваш, да? Нужно. Ну пусть вот сюда растет. Растите вот так. Нормально. Но нет. Конечно, нет, кролика придется убирать. Хорош. От кроликов вражеских надо избавляться, даже если они у вас на руке, их надо как-то так подкинуть, чтобы он потом в итоге вынужден был его убрать. Он сюда может бинтик положить, приставай. Сюда нужно крест. Да. Вот надо искать крест. Все? А я ж походил уже, я вот сюда положил. Сейчас. Карту не забыл? Карту взял, да. Молодец. Вот хорошо. Так. Красиво. Шикарно вообще. Хорошо. Так, давайте. Давай я тебе положу туда. Вместо вот этой штуки. У тебя есть? Да. Ты лучше себя выведи. Думаешь? Да. У тебя обоим надо. А, мне надо вот выйти, да? Да. Либо поворотным бинтом повернуть. Поворотный. Давай, дружище, бинт сюда. Да на. Тебе вот колючечка пригодится. Во, да. Вот, ну, возьму вот так и карту. А потом... Бинт, да, правую руку взял, бинт правильно. Угу. Ир. А сейчас, потом я могу и там сделать. Сложности возникают. Ну ладно, ничего страшного. Угу. От души. Обращайся. Так, так, так. Так, так, так. Продолжим. Лёша. Это сброс, да? Спасибо. Так, и получается, что он... Я вот здесь вылез. А, вот и получается... Не-не-не, вот так. Ну, короче, понятно. Да. Как-то так. Ну, хочешь, будет вот так. Мне без разницы. Ты вот так вот рос... Вот нет, пошел. Нет, я вот сюда шел, потом вот это была последняя карта. Она уперлась сюда, ну, поэтому короче, сюда пошел. Да. Короче, не важно. Короче, не важно. Да. Ходите. Ты походил? Ну, я же крест заменил. Да, ты да. Ты карту взял? Да. Все. Ну, отлично, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этого класса не было. Окей. А то меня сейчас опять закрутят. Так и будет, так и будет. Знаем. Но не сегодня. И сюда. И нет, вот сюда. Или нет, сюда. Да, давай в кадр крути. В кадр крути. А как я теперь бинтом могу повернуть? Можешь да, так, да, да, прям так. Да, прям вот так. Угу. Отлично. Карту. Ну давай, выкладывай Лёшины карты. Говорил, у тебя их полно. Тоже. Не, ну, разворачивать при этом ты его не можешь. А, оставь вот так, окей. Да. Карту, да? Карту, да. Бери. Так. Ну, блин. Ну вот. Ладно. Да? Давайте. Хорош. Да-да-да! Хорош. Угу. Я, пожалуй, возьми карту. А я, пожалуй, тоже полечусь.
Не, ну раз пошла такая пьянка, то я тоже полечусь. Только карту возьму, и ты тоже не забудь карту взять. Все такие вежливые прям. Прям аж душно. Ага. Собрались вот интеллигенты. Интеллигенты собрались. Питонами меряются. А, давай вот сюда в кадр, да? А то сейчас ускочу куда-нибудь туда. Не, у нас тут кадра еще достаточно. Нормально? Ну он почти не стол. Не, да пускай в эту сторону. В эту сторону прикольно. Сейчас я найду тут. Что тут у меня твоего? Угу. Хорош. Хорош. Ну. Давай. Не надо. Да надо. Надо так надо. Сюда, короче, расти, не мешай там Ире. Главное, что. Шо. Ну что ты вот, ну, о, я там вырулю, в принципе. Ну так ты имел в виду, что заменять надо ты будет потом. Взял? Да, взял, да. Что ты там, не переживаешь, Филипп? У меня есть крест, ну, не надо. Так, нормально все. Вырулишь. Так, что тут Лёше нужно сделать? А нафиг Лёше. Правильно, нафиг Лёше. Что значит нафиг Лёше? Так, опа! Хорошо, Лёше будет. Так. Угу. Так, чё, да. Ну шо там? Да, Каспаров, знаю, ходи. Ну ладно, твой. Лошадью давай ходи. Ладно, потом. Или пандой. Ир. Взял карту? Да. Так, Лёша все еще хорошо. Владимир там за кадром прорывается. Чё сам не сел играть? Давай без подсказок. Урчит там что-то. Урчит. Может он кот? Он тренер. Тренер нашей сборной по четырем хвостам. Вернись в семью. Карту. Взял. Не надо, нечего тут делать. Да ну что ты делаешь? Ну что ты? Я взял. Сейчас буду Денису помогать. Спасибо. Да блин, мне тоже придется, наверное, помогать. Денису помогать. Все помогаем Денису. Денису сейчас тоже поможем, да. Далеко пойдешь, Дэн. Ну ладно, возьму бин себе, да. Во, бин хорошая вещь, да. На всякий случай. Взял карту? А. Нет, не взял. Так. Денис сейчас сам себе колючками как поможет. Так, а что тут Лёша мы можем? Нафиг, короче. Угу. Понеслось. Вот. Отлично. Чудно. Нет. Не надо мне это. Ну, блин. Закручивать. А почти получилось. Пусть будет так, но лучше вот. Давай мы сначала тогда у тебя вот этот бинтик снимем. Да за ней забирай. Да, да, спасибо тебе. Сделал мне дырку. Бин забрал, это скинул, но еще вот это тоже. И по законам физики, значит, это все тоже отваливается. Да, да, да. Ходи. И у тебя есть пин. Карту я взял. Ну, я что-то погорячился, да. Так, что ж... Что ж ты придумал? И такая по инерции. Вот, блин. Печаль. Ну ладно, пускай так. Вот сюда мне могла мышь. За одна команда. Тут 6, там у тебя 4. Тихо. Фил бы сам сказал. Ну я и сказал. Просто у нас тренер не может сидеть спокойно. Ты взяла карту, да? Да. Все, Дэн берет. Да что вы тут мне Иру поворачиваете куда не надо? Да нормально все. Ей что, плохо что ли? Змея. Расти она, туда. Неплохо растет. Расти лучше туда. Там интересней. Леша. Там больше места. О, хорошо. Так, что ж там тебе можно сделать? Моих нет уже? Не, а нет, у меня как всегда Лёшины. Причем хорошие. Ну, надо его как-то завернуть. Одна так, для Дениса и тоже хорошая. Да кидай. Вообще не. В смысле, не ошибка кинуть мне хорошую карту. Вообще не ошибка. Кидай. Я лучше себе бинтик заберу. Тоже вариант.
Простите, что побеспокоила вашу змею. О! Кентуха. Дружочек ленивый. Так. Мой ход, да? Ты там куда выруливаешь? Да у него вот здесь вот торчит. Торчит что-то, да, там. Да что ты, блин, у тебя все Лёши, но у меня все Дениса карты. Лёха, давай. У меня одна твоя появилась, но не знаю, куда. Пока подожди. О, ой, неплохо. Карту. Карту возьми. Тебе не надо пока класть? Мне? Да. Да почему? Можно? Можно. Ну только не знаю куда, блин. Ну так вот. Вова! Вот так вот. Прекращай вот это жестикулировать. Сиди спокойно. У нас турнир или что? У нас турнир, понимаешь? Серьезная спортивная. Давай, встреча. Вот так вот? Можно тебе? Да. Нормально? Да пойдет. Так. Карту возьми, еще есть. Да офигенски вообще. Ничего, сейчас мы что-нибудь сделаем. Ну, что мы сделаем, что мы сделаем? Вот это вот мы сделаем. Бинт? Да. Все, карты закончились. Да, играем то, что есть. Давайте. Короче, чувствую, мы проиграли. Потому что... Потому что играть не умеете. Вариант. Вариант такой, что вариантов больше нет. Жаришка, жаришка. Что началось? Давай. Кто ходит? Я походил. Лёша. Я заменил бинт. Фу ты, я думал, ты думаешь. Фу ты, ну ты, пальцы гнуты. Я думала, змеи гнуты. Змеи гнуты. Так, что ж мне придумать-то там? Е2, Е4. Хороший ход. Блин, хорошие карты. Е22 и Е4. Что такое? Ладно. Хотя бы вот так. Ну, бинт сняла, да? Да. Ну, блин, а что делать? Ну, да. Ну, так. Ну, хорошо. Ты давай тогда, наверное, расти. Ты давай, наверное, пойди. Ты расти. Расти и расти. Всё, тупи. Да. Спасибо. Оу, отлично. Что ты делаешь? Шикарно вообще. Блин. Я уже начал переживать. Блин, это плохо. Цимис такой. Отлично. Что же делать? Как же быть? Слушай, у тебя змея вообще чистенькая. Я ее чищу. Он ее моет. У меня вот тут закручено, вот это надо лечить. Сейчас полечим. Я обколотый. Я обколотый закручен. Я обколотый. Я обколотый? Да, но у меня угловой сложен. Ну, блин, у меня есть угловой, но у меня есть угловой плохой, я хотел его снять. Ира, у тебя кресты есть? В принципе, мы-то все равно же этот вместе, да? Тогда нормально. У меня просто есть твой плохой прямой, я не... Придется класть. В итоге надо все равно. Бинты надо набирать, но нету пока что. Да, бери прямой бинт. Господи, кому помочь, а? Потому что его все равно придется класть. Давай только не Денису. Да Денису я одно. Я там кролик. Какая разница, мы же с вами вместе. Кролик для Лёши. Очки же общие, да, считаю? У меня есть кролик для тебя. Кидай кролика мне, а я тебе. Давай. Да и чё? Какая разница? Ну, вообще никакой. Давай, кидай. Да, главное ходи. Ты его положишь когда-нибудь. Не знаю. На тебе. Кролик. У вас что, договорной матч, что ли, я не понял? Нормально. Сил, да? Да. Ага. О, все решили кролей поставить? Заменим вот это, да. А, спасибо. Зашибись. Ира. Так, а там будет минус 2. Ну да, нормально. Нормально. Ну, вот так. Блин, фигово, да? Так, так. Да я уберу ее сейчас. Ну, у меня тут бинтов. Последний нормально. Вариант сделать вот так. Угу. И потом голову мне впиндет. Да? Спасибо. Да? Давай. Так, что это там? Я, походу, без шляпы останусь. Эх. Не факт. Или завернуть фигу. Не, хорош. А, нормально, все, Ира, сейчас играй крест. Играй крест. Вот сюда. И я тогда со шляпой буду. Лёша, красава! Не сюда. Ты мне помог. Вот сюда, вот сюда, да, да, да. Вот так. Этот его ушел. Все, мы победили. Да? Нет.
Все, нельзя. Все. Нельзя перекрывать хвост картой. Я тогда вот так, чтобы ты хотя бы без шляпы. Ну, без шляпы. Подожди, убери этот, он же сейчас, голова тоже будет считаться ему плюсом. Будет. Но он не может. Лучше положи куда-нибудь сюда, где нету головы. А там тогда шляпа не влезет. Шляпа больше ему даст. Ему шляпа даст больше. Шляпа от 4, по-моему, до 6. Пускай, да. Нет. 4-5-6. 2-3-4-5-6. У меня какая-то шляпа беспонтовая. Я хожу? Да. Да, ходи. Вот сюда я положу, да, чтобы ты остался без шляпы. Хорош. Давайте. Так это не то, не та голова. Ой, о! Это не та голова. Это не та голова. Дэна заканчивает. Не своя голова. Чужую голову положу. Не важно. Да, я уже... Блин, началось. Ну все, вот походи. Так я уже похоложил, я же не знал, что он так пойдет. Не, ну ладно. Он же сейчас так. Да, ну, а так, что ты хотел? Я если ты так положил, я по-другому что. А если мне давай останется... ходи по-другому. Да, да ладно, что. Ну, да положил. все. Да ну ладно, ты сюда положил. Ничего страшного. Ладно. Оставь, нормально. Ты уже тоже походил. Да, я уже. Вопрос такой, вот у меня этот кролик теперь, получается, он завис. Да. Да. И все. Что я с ним буду делать? Вот эту карту у меня когда нибудь вместо бинта ты не можешь выложить его? Прямого так бинта. Чей, покажи. Мой. Да, все, не нет, сыграет. Ну в смысле, когда до этой карты дойдет очередь? Ты не можешь, уже. Нет. Если нет, ты не можешь эту карту играть. Все, я поняла. Все. Могу еще. Давай. Так, что ты там говоришь, кролик? Ну вот сейчас он себе бинт положит. У меня вопрос. Сразу же. Ну, смотри. Да, у меня есть... карта, которую я могу сыграть, ну, грубо говоря, вот это. Да, ты должен. Также у меня есть еще шляпа. Я могу ее себе положить? Нет, должен вот это сначала сыграть. А потом шляпа. Потом да, шляпа. Вот, замени мне вот эту штуку. А он себе что-то. Нет, он смотри, я сейчас заменю себе вот эту, а, она ну, будет вынуждена тоже. Мне кролика сюда положить. Да. Да? Да. Ну давай. Еще как бы нет. Ну, да. Ну да. Вообще, в итоге да. Ну выкинь ее. А, это выкидываю, да. Ходи. Ходи, все. О, набрал голов. Так, но мне больше нечего было играть. Либо шляпу ему, либо тебе голову. Получается только вот эту, да? Давай, на. Ой. Хорош! Вот это я без головы вот остался. Это ты вообще а? Хорош! Три хода, извините, ребята. Хорош! Ну, хлопцы. Я без башки. Так, подождите. А подожди, Лёша, подожди. Подожди, сейчас я. Подожди, не спеши, да. Голову нельзя. Голову нельзя. Какая печать. Вместо головы можно выложить. Если у нее бинт лежит, ты можешь бинт на голову поменять. Так она же так сделала. Ну бинт голову, она хочет голову снять, бинтом так нельзя. А, если бинт, вот наоборот. Наоборот, да. Наоборот можно. Я же это объяснял перед игрой. Ну, значит, забыли. Ничего страшного. Где-то я видела Фила фигню, да. Давай хоть так, чтобы... Хоть так, давай. Ну, минимизируем потери. Ну. Так, ну и все, вот у меня и конец игры. Показывай, что там у тебя. Шляп. Я вот так могу ждать. Да. Ну и москиты в этом пойдут. Москитов можно было и раньше кидать. Ну, москитов и раньше. Синего прямого нет. А, как только голова если появляется, можно кидать. Да, москиты. Да, да. Так. Сейчас Ири, вон тогда москит только это получается. Хорошо. Ну и это бросок, а это... Ну и все тогда, да. Не, на седьмом. А, я чужой дорогой? Да. Сейчас, что самое прикольное, мне придется москиты себе класть. Почему? Она все лечит. Себе. Я в курсе, у меня еще... Нормально, ходи. И мне придется его себе кидать. Минус 4. Почему блин? Себе? Это же не твоя змея. Нет. Да он потом, я что-то там бормочет там. Я сам с собой разговариваю. Че тебе? А, о, нормально, у меня в москит был минус 3. Но у меня больше нет вариантов. Ну да, тогда мне придется только так, да? Шляпу, да. Только шляпу. Если у тебя больше ничего нет, то шляпу. Так, что я еще могу? Где голова того субъекта? Кого? Что я могу? У Иры. Ну она положит рано или поздно, да? Рано или поздно положит. Рано или поздно положит, да. Она стопудово. Это фигня, вот вообще тут. А если у меня бинты? Потому что у меня башка его. Я обязана их играть? Да, конечно. Да. И куда я? Ну себе что-то подлечить. Улучшай. Другу тогда подлечить. Обычная единичка, а бинт 2. 2 очка. Подожди. А. Чего? Блин, ничего, все. Улучшай свою змею. Ладно, сначала этого кролика чертова. Вот, отлично.
Кролик, это хорошо. Так, ну бошку я не могу, москиты не могу. Сижу. Шляпу тоже не могу, Лёша. Тоже не могу. У тебя есть еще? Да, ходи, да. Ты единственный осталась, вот кто может. Вот эту тупость всё делать. Непонятно. Ну как, плюс одно очко. Сейчас никто не может походить. Теперь я могу, да? Нет, он теперь может. Вот ты на что можешь повлиять. Да, если бы Ира поменял на себе, ты бы мне испортила группу, понимаешь? Да я буду себе менять. Ей проще мне себе менять. Смысл ей мне чтобы улучшать. Чтобы я не мог забрать бинт и улучшить себе что-то. Понимаешь? Все нормально. Вот таким образом, вот, видишь? Вот, выкинь, пожалуйста. Угу. Ничего страшного не случилось. Все нормально. Это... Да, все, у меня теперь осталась только шляпа. Я не могу забрать. Сегодня никто ничего не может? Да. Шляпа, у меня шляпа. Голову. Подожди. А-а-а. Теперь я теперь обязан. Теперь он кидает сюда москита, а я кидаю вот эту шляпу сюда. А-а-а. А ты все в пролете со своей шляпой все, на плюс 5. Ладно. Тогда все. Давайте считаться, давайте тогда Иру посчитаем сначала. 1, 2, плюс 2, 4. 7, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 31, 33, 43, плюс 2, 45, минус 4, 44. 44. Теперь мы его считаем. Ну, командовать. Угу. Запомни, 44. Угу. Раз, продолжает 4. Не. 4, 6, 7, 8, 10. Здесь 4 очка. 14, 15, 16, 18, 19, 22. 24. А я эту не почитал, по-моему. Читал. 24. Это точно не считал. Да, считал ты. Ну, хочешь заново? Ну, пересчитай заново, давай. 4, 6, 7. Вот сейчас не посчитал вот этому бинту. Вот ты его разом посчитаешь. 4, 6, 8, 9. Почему ты кролика пропустил? Ничего не понимаю. 4. А, все, все. 4, 6. Не, подожди, давай еще раз заново. 4, 6, 8, 9, 10, 12. 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, Дэн, убери голову, 28, 31, плюс 2, 33, 34, 34 плюс 44, 78. Это победа. Лёша, я этому кролику не доверял. Раз, два, три, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, пятнадцать, 18, 20, 21, минус 2, 19, плюс 10, 29, плюс 4, 33, минус 3, 30. Раз, 4, 5, здесь... 7 плюс 3, 10 плюс 2, 12, 15, здесь еще 2. Плюс 2, 17, этот я считал как 2, да. 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 46, 52, mm-hmm. Минус 3. Нормально. 49 плюс 30, 30, 30 ровно, да. 79. А у нас 78. На одно очко победили. На тоненького вообще победили. Ну, блин, вообще, ну молодцы еще, молодцы. Я думал, вы выиграете, потому что у него на змее довольно мало. Ну вот если бы вот это вот все решило, вот это вот. Была бы здесь голова, все, мы бы выиграли, да. Ну, вот такая игра. Вот такая игра, друзья, я надеюсь, в этот раз мы ничего не нарушили. Очень на это надеюсь. И... Играйте в хорошие настольные игры. С вами были все мы. С любовью канал Твой Игровой. Пока-пока. Пока.